России. Популярного журнала. Поддержать знаменитый британский журнал пришли известные российские группы. Смысловые галлюцинации, Найк Борзов, Тотал и ночные снайперы. Но хедлайнером стала, конечно, группа Мьюз, прилетевшая из Лондона. Кстати, за кулисами Лужников мы встретили немало российских музыкантов, которые ждали выхода на сцену именитых британцев. Мы с Динкой тут абсолютно единодушны. Мы обожаем группу Мьюз и уже давно слушаем ее, ну, где-то с полгода. Сюда же первый, второй альбом. Но обожаем, это больше как-то, ну, это не тот немножко по-дамски. Термин, но да, это по-дамски. Кайфовые ребята. Концерт. Может быть, еще не очень хорошо знает эту команду. Любовь. Но если это клубная группа, тогда я не знаю, что это стадионная группа. Зато теперь доподлинно известно, что участь фаната одинаково горька, независимо от того, является ли он национальной звездой или простым смертным. И никакие старания здесь не помогут. Видишь, как мы почистили ботинки, да? Да, это